Напишите, пожалуйста, где-нибудь, да, в, значит, где у вас видно меня, слышно. Где нам, чтобы еще лучше было видно и слышно. Вот так вот. Так. Вот так мы сделаем, чтобы меня было еще лучше видно и слышно. Вот. Хорошо. И сейчас включаемся на Фейсбуке. Надеюсь, что вам на Фейсбуке будет еще меня лучше видно и слышно. Да, садимся удобнее. Улыбаемся. Радуемся. Да. Все. Отлично. Все. И Фейсбук у нас есть. Выйти в эфир. Все, друзья. Поехали. Так, хорошо. Итак, значит, мы продолжаем изучать, как быть в радости. Изучаем мы, как быть в радости, как увеличивать в радости, как жить жизнью радостной. Все хотят жить радостно, да? Но не все знают как. Не все знают как. А мы с вами узнаем. Итак, значит, первое, самое важное. Самое важное, вот сейчас кто присоединился не с первого урока, как увеличивать в радости. Первое, самое важное в радости и вообще во всем в жизни, самое важное – это принять решение, намерение. То есть вот внутренний вот этот вот решение, намерение – это 100% выбор человека. Тора нас учит, что нет вещи в мире, которая может устоять перед желанием человека. И зависает почему-то у меня сейчас Телеграм, давайте я перезагружусь, и в Телеграме выйду сейчас еще раз, да, потому что что-то, вот видно, Телеграм сегодня как-то ведет себя неприлично ведет себя Телеграм, не ожидал я от гражданина Дурова, что он будет вот так вот нас подведет, можно сказать, да, этот Дуров, гражданин, вот, подвел он нас чуть-чуть, да, но мы сейчас очень... Делаем просто еще одно действие. Вот что важно, знаете как? Тора, она не просто какая-то отвлеченная какое-то знание, которое там непонятно зачем, непонятно для чего, непонятно откуда. Тора – это устройство мира. И так как Тора – это устройство мира, то в этом устройстве мира нам сказано что? Что если не получается, надо попробовать еще раз. Как учил нас в трактате Мегила, если кто помнит, трактат Мегила, есть такой трактат в Талмуде. И есть такой трактат в Талмуде, и там написано, знаете как написано в Мегиле? Игата ве мацата таамин. Если человек трудился и нашел, верь. То есть, если скажет тебе кто-то, я трудился и получил, верь. А если кто-то тебе скажет, я не трудился и получил, не верь. То есть где-то он обманывает, где-то он потрудился, или это может предки его потрудились. Или написано, что находка, когда что-то приходит человеку неожиданно, да, нету в этом благословения. Нету в этом благословения. Потому что все в этом мире очень равномерно. Равномерно. И все в этом мире очень Всевышний так сделал, что причинно-следственные связи, законы, духовные законы, материальные законы, такие законы, сетии законы. Опачки. Подключил я еще один источник энергии к телефону. Видите, как все хорошо работает, слава Богу. Все, готовы? Вот сейчас точно, я надеюсь, готовы уже. Все. Поехали. Итак, Бокер Тов, шалом, Якуб Якубович, шалом, Марина Мара Фортуна, Фрамиси Итали. Видите, нас со всего мира люди слушают. Как не радоваться? Как не радоваться, что мы живем в такую эпоху, когда можно из любой точки мира подключиться через соцсети и слушать, как из, как говорится, из Иерусалима выйдет Тора и Слово Бога из Иерусалима. Мици и Мицион, из Циона выйдет Тора. И слава Богу из Иерусалима, я сижу в Иерусалиме, утром помолился хорошо, да, поучился. И вам сейчас буду рассказывать книжка, которая называется «Быть в радости». Итак, сегодня у нас 18 инструмент, который нам предлагает автор. И он так и называется «Пикудей Ашем Мисамхим». Значит, есть фраза в
псалмах, по-моему, царя Давида, он говорил так, что указания Всевышнего, они радуют сердце. Указания Всевышнего радуют сердце. Это значит, что Тора сама по себе, когда ее изучаешь, она радует сердце. Теперь автор книги, который был когда-то, вот сейчас из этого отрывка, понятно, что он был нерелигиозный, а потом он стал религиозным. Он здесь говорит, я вспоминаю Шаббат, когда я был у моих родителей. И вот в этот период я только делал первые шаги в изучении Торы и в изучении Талмуда. И вот всю неделю, говорит, я учил в Бет-Мидраше. Бет-Мидраш – это дом учения называется, да? Еще Бет-Мидраши были у Шема, сына Ноаха, был его Бет-Мидраш. То есть это место, где изучают мудрость. Бет-Мидраш называют, например, у мусульман, это Мидреса они называют, да, в религиозные школы. Это те, кто изучают божественную мудрость. Мидраш. От слова лидрош. Лидрош – это есть слово такое, как поем мы в Эшет Хаэль, песня в субботу, да? Дарша Цемеру Пиштим, что женщина, вот эта доблестная жена, она на русском такое слово некрасивое, ттет, она ттет. А на иврите дар лидрош. Лидрош – это что-то вытаскивать. Вот представьте, клубок шерсти, такой клубок спутанной шерсти. И сидит эта женщина, и она из нее вытаскивает ниточку, делает такую, вытаскивает тоненькую, красивую ниточку, да, то есть ниточка-то уже понятна, это, ну, понятная, а клубок шерсти запутанная. Так вот, вот это слово «бет амидраш», дом, в котором мы вытаскиваем из непонятного, как оно все запутано, мы вытаскиваем вот эту вот мудрость и все раскладываем по полочкам. Это называется, значит, это называется изучать Тору. Теперь Пикуде Ашем Мисамхим, приказы Бога, установления Бога, слова Всевышнего, они радуют сердце. И вот он говорит, я когда начал учить Талмуд, вавилонский Талмуд, да, многие не понимают, а что люди учат в ешивах? В ешивах учат вавилонский Талмуд, который был составлен в Вавилоне, в 500 году нашей эры он был закончен, его написание. Значит, его начали записывать с 300-го, 200 лет его записывали. Вот в этих домах учения собирались самые большие мудрецы, и они собирали традицию. Традицию, как понимать устную Тору. Устная Тора – это Мишна. И великие умы, они со всех сторон рассматривали мудрость, чтобы точно-точно понять, где и как что работает. И он говорит, я когда стал религиозным, я это по себе тоже помню, начинаешь учить, вначале голова не воспринимает, то есть ты не можешь понять такую мудрость. Это ну, нереально понять, знаете как, вот есть ребенок, да, есть там сидят люди, математики какие-нибудь, да, и вот математики обсуждают свою там высшую математику, ребенок не понимает вообще, о чем они говорят. То же самое, когда человек, даже владеющий ивритом, заходит в дом учения, в ешиву, и начинает слушать, как изучают вавилонский талмуд, который наполовину на арамейском языке, наполовину на иврите, и обсуждаются такие вещи, которые, казалось бы, вот он приводит здесь, говорит, мы учили трактат Баба Мицея, есть такой трактат, в котором первая мишна, как раз с этого начинают учить взрослые люди, начинают учить талмуд обычно с этой мишны. Двое... Значит, Шнай Мухзим Ваталим, двое держатся за талит. И пришли они в суд. Талит это была такая одежда, ну, такая, как заматывались ей покрывалом такое, шерстяное покрывало. Двое пришли в суд, оба держатся за этот талит. Один говорит, я его нашел. Второй говорит, нет, это я его нашел. Один говорит, весь он мой. Второй говорит, нет, весь он мой. Значит, что делать в этой ситуации? И есть ответ, что делать в этой ситуации. Один должен поклясться, что нет у него меньше, чем половина от этого талита. Второй клянется, что нет у него меньше, чем половина от этого талита. И делится. Да? Это мишна, вроде бы простой закон. Но когда Талмуд начинает погружаться вглубь этого закона, там открываются невероятные вот, духовные законы, как эта штука работает, как, ну там просто нереально глубоко дальше идет разбор вот этой всей ситуации. И он говорит, я когда в
в субботу сидел и повторял то, что мы учили за неделю, вдруг у меня, говорит, открылся внутри такое наслаждение, такое удовольствие, такая радость наполнила меня всего. И он объясняет он, как это работает здесь. Он говорит, что это работает так, что когда ты подключен внутренне к своей душе, к духовности, то есть когда ты... А в какой момент человек подключается к духовности? Когда он принимает решение, что это для него важно. То есть сидит человек, обычный человек, он чем занимается? Мозг – это компьютер, который ни на секунду не останавливается. Он сидит, значит, вот он посмотрел, мелькнула реклама. Ну, это же умные люди делали Google, умные люди делали Facebook, умные люди делали компьютер. Все делали очень умные люди, у которых было намерение какое? Намерение у них было продавать. То есть весь мир двигается, это один большой рынок. Весь мир – это один большой, прям конкретный рынок, который продает. Теперь, поэтому стоит человеку обычному, да, у которого нет никакого решения над своей жизнью, посмотреть в любую сторону, как глаза видят, сердце хочет, руки-ноги делает, его уже куда-то затащило. Вау, это хочу, это не хочу, это то, это журналисты, тут реклама. То есть обычный человек у него, который отпустил себя, как бы, он говорит... Нет у меня никакого решения. Я живу как все. Это значит никак. Вот обычный человек, который не принял никакого решения, он уже на рынке. То есть он, его куда-то тянут, куда-то зазывают, что-то ему продают. Дальше он что-то кому-то должен. То есть человек живет в хаосе, который постоянно мельтешит и меняется. Теперь человек принимает решение. Давайте вот... Как описывает это Раби Нахман, его учитель? Он ссылается сейчас на Раби Нахмана и описывает, как работает, когда человек прикреплен к своей духовности. И как это работает, что в этот момент духовные вещи начинают его радовать. Он говорит так. Основа радости – это радость от заповедей. И как написано в псалмах, что приказы Бога прямые и радуют сердце. То есть... Когда человек, он говорит, слушай, а что я буду думать вообще о каких-то, ну вот это же хаос, вот есть псалмы, я лучше псалмы почитаю. И когда ты подключаешься к божественному, это радует сердце. Они прямые, понятные, радуют сердце. Тот, кто верит, что Бог благословенный, его Тора святая, значит, они как раз и являются истинной реальностью, вечной реальностью, то тогда он в своей простоте, и в своей тмимут это тамим чистоте, простоте в такой, да, внутренней, в своей вере, значит, он тут же прикрепляется к радости, ему все понятно, Бог за всем следит, Бог всем управляет, Бог его душу в этот мир привел, Бог ему дает пропитание, и он когда-нибудь уйдет из этого мира в духовный мир, все ему понятно, у него жизнь очень простая. И, значит, а чем заниматься? Изучать Тору, делать заповеди, делать добрые дела и довериться Всевышнему. И когда мы переходим на эту простую очень схему мышления, схему жизни, мы приобретаем жизнь этого мира по-настоящему и приобретаем вечную жизнь в мире грядущем. И, значит, через вот это простое внутреннее решение и соединение со Всевышним мы присоединяемся к свету бесконечному. А разве есть, говорит, радость больше, чем это? И в этом мире нет ни... А в этом мире, говорит, нет никакой радости. Реально? Представляете, 300 лет назад это написано. Он говорит, в этом мире нет никакой радости. Потому что сказал еще царь Соломон, мудрейший из людей, 3000 лет назад. Он сказал в Экклезиасте. Какая польза человеку от всего труда его, которым он трудится под солнцем? Какая польза? Сейчас он всю книжку Каэлит, Экклезиаст, пытался найти пользу, сказал, нет никакой пользы. Ну реально нет, мы сейчас можем даже на эту тему чуть поговорить. И все знают, что в конце концов человек умрет, а дни его как тень проходят. То есть все в материальном мире проходит как тень, и все равно человек умрет. Так, дальше. Он рассказывает в конце о том, как он со своим сыном пришел к Раву Штейнману. Был такой один из лет
7 назад он умер. Рав Штейнман, он был глава мира Ишив, глава мудрецов Торы. Ему было 105 лет или 106 лет, что-то такое. А он говорит, мы к нему пришли с сыном, ему было уже за 100 лет. И он говорит, он сидел все время, смеялся, отвечал на вопросы по Торе, по Талмуду, он знал всю Тору наизусть. И он говорит, такой радости и такой жизненности, он говорит, я не видел нигде, потому что это была вот такая вот энергия радости и энергия настоящей духовной радости, которая ни от чего не зависит. Теперь, значит, здесь он нам дает 18 инструмент, уже мы прошли 17 и 18 инструмент. Он говорит, что приказы Всевышнего, они радуют сердце. То есть, когда человек погружается в духовность, он испытывает невероятное наслаждение. Но опять же, вот еще обратите внимание, как это работает. Вот человек говорит в себе, все решения происходят внутри. Для меня самое главное – это духовность. Да, вот как, смысл моей жизни – это служение Богу. Как сказал царь Соломон в конце «Экклезиаста», он сказал, в конце концов, он всю книгу он изучал, «Экклезиаст», может, есть что-то в этом мире, что нельзя назвать суета-сует или пар-паров. Он говорит, нельзя, весь этот мир под солнцем – это иллюзия. Теперь в конце он говорит, «Совдавар», в конце концов мой вывод. «Совдавар», «Аколь нишма», «Все понятно». «Все понятно», он говорит. «Бога бойся, заповеди его соблюдай, в этом весь человек». Значит, это был его вывод. Если человек внутри, давайте представим, он делает вывод. Самое главное для меня – это моя духовная жизнь и соединение с Богом. Вот у меня есть «я» – это моя душа, «я» – это часть Всевышнего. Моя главная цель и смысл моей жизни – это «Бога бойся», то есть взаимоотношения с Богом. «Бойся», смотрите, тут так интересно, в псалме у царя Давида есть очень интересный. Помните, псалом, я всегда его начинал с, вот, со слов «Ми аиш ахафец хаим», кто человек, жаждущий жизни, тот, кто любит все дни, видит добро, ну и так далее. Я всегда начинал со слов «Кто человек, жаждущий жизни?». Это очень известный псалом из псалмов царя Давида. А предыдущий отрывок, я никогда на него до вчерашнего дня не обращал внимания. Предыдущий отрывок звучит так. «Послушайте меня, сыновья мои, научу я вас страху перед Всевышним». То есть, когда речь идет о страхе перед Всевышним, ну, казалось бы, да, то что нам царь Соломон предлагает? Значит, «Бога бойся, заповеди его соблюдай, в этом весь человек». Ну, что за жизнь такая в страхе? Теперь царь Давид объясняет, что имел в виду его сын, да? Что имел в виду его сын? Царь Соломон был сыном царя Давида. Он говорит, я вас сейчас научу, что такое страх перед Богом, да? Кто человек, жаждущий жизни? Тот, кто любит все дни свои, видит только добро. Останови язык свой от зла, и уста, медабер мирма, говорит искажение. Сур мира, отодвинься от зла, вы асетовы, делай добро. Уэв шалом, люби мир, вратвеу, и гонись за миром. Получается, что страх перед Богом – это любовь, это добро. Почему же тогда царь Соломон говорил, что человек – это… Что такое человек? Это Бога бойся. Ответ очень простой. Так Всевышний нас с вами создал, что для нас… И почему большинство людей погружены в негатив? Главный инстинкт, который управляет всем вообще, ну вот по умолчанию, это главная движущая сила любого человека. Абсолютно. То есть, хотим мы этого, не хотим мы этого, там, какие бы мы ни были умные, духовные и так далее. Главная движущая сила человека в этом мире – это страх за свою жизнь, инстинкт самосохранения. Это прошивка, это не то, что ты выбираешь или не выбираешь, есть или нет. Боятся все. Почему? Так прошито. То есть у человека есть инстинкт самосохранения, который вот он даже спит, даже он пьяный, даже что, у него этот инстинкт его постоянно тянет в сторону жизни. Теперь, что, если этот инстинкт сбивается, инстинкт самосохранения, то человек, понятное дело, он сразу умирает, он уходит из этого мира. Значит, поэтому пока все работает нормально, я не рассматриваю сейчас ситуация, когда у человека сломался. Он сломался, там, бывает, тело ломается, иммунная система ломается. Все ломается в этом материальном мире. Я говорю про ситуацию, в которой находится там 99% людей, когда инстинкт жизни, он включен.
Причем, вы знаете, да, уже с начала года население мира увеличилось на 20 миллионов человек. Надо быть спокойным, знаете, вот открываешь новости, прям страшно, мир погибает. 20 миллионов увеличивается население за 4 месяца, никто никуда не погибает, все нормально, кроме журналистов, которые пугают и которые вообще, ну вот, создают весь этот негатив в жизни, создают журналисты, да, и хозяева этих новостных сайтов. Теперь... По факту инстинкт жизни, он включен, Всевышний мир любит, мир сохраняет и так далее. Но когда у человека есть внутри страх, прошитый страх, который его защищает и спасает, то этот страх заставляет дальше всю систему внимания человека, его мышления поворачиваться в сторону поиска, что может его испугать и что может ему навредить. То есть страх, он запрограммирован. Интеллект ищет, что может мне принести вред. То есть он все время повернут на поиск опасности. И в этот момент, если интеллект все время повернут на поиск опасности, человек будет жить в постоянном страхе и негативе. А что нам говорит царь Давид? Он говорит так: страх, поменяй все свои страхи на один страх. Страх перед Богом. Потому что тебе не надо бояться никаких событий, никаких иранов, никаких там террористов, никаких болезней, никаких коронавируса. Тебе надо бояться только одного – Бога. Тогда ты поворачиваешься к Богу, ты говоришь, действительно, логично, то есть вся система, ей же управляет Бог, Бог. Чего буду бояться, знаете как собака, она гавкает на палку, да, зачем гавкать на палку? Есть тот, кто палкой машет. Так вот. Когда человек это осознает и понимает, он поворачивается внутренне в одну сторону. То есть его фокус внимания поворачивается в одну сторону, на Всевышнего. Бояться надо только Бога. Только от Него зависит в этом мире абсолютно все. И вот это вот почему говорит царь Соломон: Бога бойся. Не потому что Бога надо бояться, а потому что все страхи, которые есть у человека, автоматически и запрограммированы, нужно поменять на один страх. Страх перед Богом. Все, повернулся ты к Богу. Теперь царь Давид разъясняет его папа. А сейчас я вас научу, что такое страх перед Богом. Шиму, слушайте, сыновья мои, говорит он. Ани ламет, я вас научу страху перед Богом. И дальше он говорит, вот вам весь страх перед Богом. Мия иша хафец каим. Кто человек, жаждущий жизни, он говорит. Тот, кто любит все дни свои, видит добро. Вот вам, вот так вот соединяются с Богом. То есть ты Бога боишься? Молодец. Значит, ты не боишься все остальное. Ты перебил страх инстинктивный на страх перед Богом. Теперь, а как Бога бояться? Пожалуйста, значит, люби все дни жизни, видит добро. Когда мы видим добро Всевышнего, а каждая секунда нашей жизни, каждое дыхание, руки есть, 10 пальцев есть. Скажи спасибо, радуйся, это добро Всевышнего, что у тебя есть 10 пальцев, есть глаза, есть там ты смотришь через телефон. Каждая секунда жизни это добро Всевышнего, пока ты здоров, там, у меня рука болит, ну хорошо, рука болит. Я к маме прихожу, как дела? У меня там то болит. Я говорю, ты мне расскажи вначале, что у тебя не болит. У тебя все тело не болит? Не болит. А что-то болит? Болит. Что ты мне рассказываешь, что у тебя болит? Расскажи вначале, что не болит. Давай порадуемся, что не болит. Устроим праздник. Может, мы забудем про то, что болит. Может, оно и пройдет, пока мы будем радоваться. Так вот, бояться Бога, это значит, все дни жизни видеть добро. Дальше. Нецор лешен хамера, останови язык свой от зла. Говорит царь Давид. Это значит бояться Бога. Если ты Бога боишься, останови язык свой от зла. Усватейха и свои уста. Мидабер мирма и свои уста от обмана, от искажения. Я не могу. Вот эти вот, читаешь новости. Вот, значит, когда паника. Почитайте недельные новости назад, 2 недели назад новости, 3 недели назад новости. Уже все. Если бы это все, что они пишут, было правдой, уже бы мира бы не было. Они все врут, они просто искажают реальность, выдумывают, пугают. Почему? Потому что люди, которые Бога не боятся, они боятся всего остального. И они ищут все остальное, чего боятся. И те, кто продают информацию, они этим пользуются и манипулируют. И они все время пугают людей. Но тот, кто боится Бога, он любит все дни жизни, видит добро. Он на цветочки смотрит, он на небо смотрит, он радуется.
глобальное потепление. Ну хорошо, где тепло стало, прекрасно. Ну стало тепло, теплее стало. Потом будет похолодание, оно волнами идет. То тепло, то холодно. Но мир-то существует же. Дальше. Сур мирава асетов. Отодвинься от зла и делай добро. То есть это тоже очень важная вещь. Человек не может находиться в вакууме. Человек постоянно что-то делает. Поэтому отодвинься от зла и делай добро. У тебя там болит что-то, да? Ну хорошо, болит, значит, делай массаж себе, принимай таблетки, голодай там. Я когда-то встречал мужчину одного, прям такая у меня была встреча, очень мне запомнилась, на кассе. Это был пожилой очень дедушка. И мы с ним на кассе разговорились, ему было тогда, там, я не знаю, за 80 далеко лет. И он мне рассказал, как он всю жизнь убегал от смерти. И он говорит, я убегал от смерти, первый раз их забрали, ну, или в гетто, или в концлагере, во время войны еще, он был маленький. И мне мама сказала, беги, сынок. И он говорит, я побежал, убежал и спасся из колонны, которых людей всех уничтожили. Потом он говорит, меня ловили, я каждый раз вспоминал слова мамы, беги, сынок, беги. И я все время убегал. И говорит, вот уже когда жил в Израиле, я с ним в Израиле разговаривал, где-то это было лет 15 назад, наверное, разговор, может 20 даже. И он говорит, и мне врачи сказали, что у меня там печень, по-моему, у него отказала, все, сказали, мы это не лечим, все, готовься уже к смерти, никуда. Он говорит, а я помню, мне же мама говорила с детства, беги, сынок, беги, не останавливайся. И он говорит, я, значит, начал искать, все я пробовал, как вылечиться, и я нашел, что голодание, и он говорит, я голодал там, я не помню, или 30, или 40 дней, и говорит, у меня на 40-й день заработало то, что не работало. Получается, что отодвинься от зла и делай добро, то есть двигайся в сторону позитива, в сторону того, что ты можешь сделать, делай добро, люби мир и гонись за миром. Вот это вот очень классная вещь, любить мир, гнаться за миром, это очень правильная вещь в жизни каждого из нас, что, в принципе, мы сегодня и изучили. Но смотрите, как работает. Человек духовный, он к этому присоединяется. Тот, который внутри понимает его главное решение, он выбирает Всевышнего, свою душу, духовное развитие. В этот момент ему начинают слова Торы, они начинают к нему, он выходит как бы на контакт со Всевышним, своим решением. Человек, который далек от этого, вот у меня есть там один клиент, например, да, в психологии, в коучинге. И вот он говорит, я замкнутый в своем мышлении, я настолько привык гнаться все время за, значит, причем у него, ну, ситуация какая, он понимает, что этот способ жизни его уже не удовлетворяет. Он говорит, ну я настолько привык вот думать, что главное это там заработок и зарабатывать. И вот говорит, ну да, я зарабатываю, а счастья нет. Все равно у меня больше, чем у кого-то и меньше, чем у кого-то. И ничего не меняется принципиально в моей жизни. Дальше, я привык, надо настаивать на своем мнении. Но я настаиваю на своем мнении. Все, тут у меня суды, тут у меня конфликты, тут у меня в семье разлады, тут у меня здесь. Но я как бы привык настаивать на своем мнении и воевать. В итоге, то есть внутри, чем старше становится, тем у него уже вот этой вот дури, энергии меньше, он становится умнее. И наступает то, что называется кризис среднего возраста, когда человек понимает, что что-то он не туда лез. Всю жизнь он лез, а куда-то не туда лез, да? Поэтому давайте все-таки прислушаемся к словам царя Соломона, мудрейшего из людей. В конце концов, все понятно. Бога бойся, заповеди его соблюдай, в этом весь человек. И знай, продолжает он, что каждое действие, выколь давар, на иврите давар это слово, и давар это действие, это вещь. Он говорит, да, коль давар, каждое слово и каждое действие, все, что в этом мире двигается, да, Всевышний явили мишпат. Всевышний приведет это на суд. Аль-коль нейлам, все скрытое, и хорошее, и плохое. Помни об этом. Поэтому тот, кто попробует поприседать, у него после приседания произойдет внутри, включится процесс оздоровления. Так оно работает. Тот, кто посидит на диване, у него включится процесс атрофирования, да, чего-то там, да, потому что, а зачем, сидишь на, тебе только мешают мышцы, зачем мышцы нужны, чтобы на диване сидеть. И вот человек после там 50 лет,
Один выбирает приседать, и у него мышцы растут. А другой выбирает сидеть, у него мышцы атрофируются. Каждое действие, каждое слово Всевышний приводит на суд. То есть есть оценка. Законы, причинно-следственные связи. И у всего есть последствия, и у хорошего, и у плохого. Для тех, кто двигается в сторону добра, это очень оптимистичная мысль, потому что ты знаешь, что за каждое твое действие, за каждое слово Торы, за каждая молитва, за каждое у тебя есть последствия в духовном мире. Те, кто делают зло, должны тоже знать, что рано или поздно любое зло накапливается, на Востоке это называли закон кармы, и возвращается на человека в виде неприятностей, которые он в любой момент может перевернуть во что? В добро. Когда он скажет «Спасибо Всевышнему, я услышал, я понял, ты меня любишь, поэтому ты меня наказываешь, все, я тут же переворачиваю свой путь, возвращаюсь в нормальное русло, и я знаю, что будут последствия позитивные». Все, всем желаю позитивных последствий, радоваться тому, что самое, казалось бы, простое, но самое дорогое. Слова Торы, вы открываете псалмы, открываете любые уроки Торы, и если вы решаете через них соединиться со Всевышним, все, вы соединяетесь. Все, thank you very much, до завтра, спасибо, благословение, чтобы каждому пришло благословение от Всевышнего. Благополучия, благословения и добро. До завтра.